Всех приветствую. Сегодня рассмотрим такую тему, как звук в слайде. Я имею в виду не в самой презентации или проекте, а именно в слайде. Многие пользователи сейчас пользуются футажами Алдошина. Футажи хорошие, качественные, ничего против не имею. Дело в том, что они со звуком. И при выводе иногда есть проблемы, что звук не совпадает с видео. Ну, сейчас я вам на примере это покажу. Вот мы загрузили два слайда. Вот первый, второй. Поставим между ними переход. Давайте вот это поставим. Ну, любой переход, неважно. И длительность слайда поставим 15 секунд. Откроем и добавим наш футаж со звуком. Вот так. Я его просто скачал в интернете со странички с канала Алдошина для примера. Он не на альфе, это просто футаж без прозрачного фона. Ну, кто с ними работал, тот знает, как пользоваться этими такими футажами. Итак, вот мы загрузили наш футаж. Проиграем. Чей туфля? Мое. Спасибо. Вот мы видим, что наш футаж, если он стоит в самом начале слайда, то звук при записи, при выводе этого ролика, будет совпадать с видео. Но если мы захотим, чтобы наш футаж начинался не с первой секунды, а, например, с восьмой. Поставим 8 секунд. Окей. Так. Посмотрим информацию о нашем футаже. Вот информация, сколько у нас длина этого футажа, у нас 8 секунд. Окей. Пойдем опять в эффекты. И вот он у нас будет, например, начинаться с 8 секунды. Установим 8 секунд. И окончание 16 секунд. Ну, вот так примерно. Так. Применим к нему какие-нибудь там переходы. Появление. И исчезание. Вот так примерно. Вот так посмотрим. Вот так. Ну, давайте еще раз включим. Посмотрим со звуком, как он работает у нас. Вот у нас футаж появляться будет только с 8 секунды. Чей туфля? И вот. Звук все идет нормально. Спасибо. А теперь давайте попробуем записать наш вот этот вот небольшой проектик со звуком. Идем вывод. Видео. Берем вот этот вариант. Создать. И напишем здесь, например, проба звука. Сохраняем. Начинается вывод. Я пока ставлю на паузу. Вот наш вывод завершился. И сейчас пойдемте посмотрим в ролик, что у нас получилось. Вот наш файл, проба звука, который мы сейчас записали. Слушаем. Чей туфля? Мое. Спасибо. Звук прошел, а изображения еще нету. И вот появляется изображение. Именно про этот случай я хотел вам рассказать. Теперь давайте посмотрим, как нам от такого косяка избавиться. Пойдем опять в сборку. Откроем, зайдем в эффекты. Параметр слоя. И вот здесь у нас уберем громкость на 0 поставим. И звуковую дорожку здесь поставим галочку. Теперь нам надо из нашего футажа извлечь звук. Это очень просто делается. Заходим вот на этот сайт. Вот этот. Открываем файл наш. Вот чей туфля.
у нас загружается. Нажимаем Audio. Звук вставляем стандартный. И конвертировать. Скачать. Итак, звук у нас, вот он, скачался. Находится вот у нас в папке, вот, чей туфля. Конвертированный вот стоит. Возвращаемся в программу. Теперь идем вот сюда, звук в слайде, вот нижнее окошечко. Обзор, добавить звук. И вот чей туфля, конвертированный звук, который мы сейчас конвертировали. Открываем. Вот он, наш звук появился. Давайте посмотрим сейчас в эффектах. Вот он, наш звук. Видно красным на шкале времени. Но он у нас здесь начинается раньше, чем видео. Видео с 8 секунды начинается. А он начинается только с 3. Нам, значит, нам надо сместить наш вот этот звук в слайде на 5 секунд вправо. Так как разница между 8 и 3 – 5 секунд. Идем опять в звук слайда и вот здесь ставим 5 секунд. И мы видим, что наш звук сместился вправо. Давайте сейчас проиграем, посмотрим. Вот мы видим, второй слайд раскрылся. Чей туфля? Мое. Спасибо. Вот. Сейчас мы все сделали как надо. Теперь, чтобы нам это проверить, давайте опять пойдем в вывод. И запишем еще раз наш переделанный слайд со звуком. Создать. И назовем проба звук 2. Сохраняем. Вывод наш завершился. И сейчас просмотрим, как у нас будет сейчас работать наш слайд. Проба звук 2. Вот он наш. Только что записанный. Чей туфля? Мое. Спасибо. Может, кто-то знает другой способ, как избавиться от такой проблемы несовпадения звука в слайде. Если слайд, если футаж начинается в слайде не сначала, а где-то в середине. И вот таким способом, отдельно проконвертировав звук, и в параметре слоя, поставив громкость на 0 в самом слайде, не забываем про галочку, чтобы здесь галочка стояла. Добавляем через звук в слайде отдельно записанный звук, смещаем его по времени, чтобы совпадал он у нас с артикуляцией. И все будет нормально. Ну вот, в принципе, и все. Пробуйте, и у вас все получится.